Члены клуба «Активное долголетие» городского округа Люберцы отправились на очередную экскурсию по знаковым местам Подмосковья. На этот раз маршрут проложен до Сергиева Посада. Группа из 40 человек посетит торговый дом Софрина и женский монастырь Хотьково. Последней точкой путешествия станет источник Сергия Радонежского. В программе поездки бесплатный обед, сопровождение экскурсовода и подарки. Посмотрят, что выпускает торговый дом Софрина. Посидят в музей, конечно, церковную лавку обязательно. Никто не уезжает без подарков. Там нас всегда ждут, дарят подарки нашим экскурсантам. Поэтому они останутся только очень довольны. Настроение у нас бодрое. Мы всегда ездим, ездили и будем ездить. Мы очень довольны. Проект «Активное долголетие» создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2019 году. Социальная программа рассчитана на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Члены сообщества занимаются спортом, рукоделием, творчеством, посещают различные мастер-классы и принимают активное участие в жизни городского округа.